хочу представить вам еще один интересный сорт. Этот сорт называется Snow White. Чисто белый цвет. Это довольно редкий сорт острого перца. Вот смотрите, какой он высокоурожайный. Этот сорт очень-очень нравится. Вот смотрите, сколько у него плодов здесь. Невероятное количество. И вот он созревает от такого светло-зеленого цвета, да, чисто белого. Сейчас я вам покажу. Вот так. Вот такие вот у него плоды. Это родственник хабанера. Очень интересный, очень красивый. Срок созревания у него 90-100 дней. Высота куста, ну, до 50 сантиметров. Если выращивать в комнатных условиях, он будет сантиметров 35, ну, 30-35 сантиметров. Довольно высокоурожайный. Вот с одного куста можно снять до 100, даже больше плодов за один раз. Так, что я еще хочу сказать? Это, можно сказать, довольно-таки острый перец. Острота его 250-350 тысяч сковелей. Срок созревания 90 до 100 дней. Высевать его следует на рассаду в феврале месяце, где-то 20-х чисел. Вот такой вот кустик с таким вот большим количеством плодов. Вот у меня их тут несколько. Посмотрите, здесь просто нереальное количество. Это очень-очень острый сорт. У него фруктовый аромат с таким небольшим привкусом цитрусовых. Это растение кустарникового типа. Может расти до 15-10, от 10 до 15 лет. Так что можно выращивать его как в открытом грунте, в теплицах. Но обязательно надо притенять любые перцы. Хоть это сверхострые. Все это надо притенять, иначе он просто-напросто возгорит. Вот. Конец августа, сегодня 25 число, вот видите, уже начинает он полностью вызревать, вызревают плоды у него, и уже можно собирать урожай. Как мы видим, тут сильно много цветов, цветочки придется все эти удалить. Какой ствол толстый. Так что можно выращивать его и в комнатных условиях.